значит, смотрите, я вот это видео потом буду выкладывать вам. Ну вот такая вот игрушка за выходные. Крутится колесо. Его можно соединить вот так, зубчатой передачей с другим колесом. Можно сюда двигатель представить, он будет крутить. Вот как раз мне Илья напомнил про одну интересную задачу, которая можно, как раз чисто программистская, она вне зависимости от того, на каком языке программирования ее решать, реализовать цепную передачу. То есть есть у нас одно колесо, второе, и зацеплять их не зубцами, а вот одно где-то тут, другое где-то тут, и между ними натянуть такую цепь, как велосипедную. Вот я сейчас покажу, как такую задачу можно решить. Вот для начала я запущу Paint. Смотрите, есть у нас одна окружность. Есть у нас вторая окружность. У первой окружности как центр в каких-то точках x0, y0 и радиус r0. Здравствуйте, заходи. Вот у нас есть x0, y0 и радиус r0. Второй окружности x1, y1 и радиус r1. Ну, что значит, что между ними будет натянута цепь? Вот она будет вот по такой такую линию описывать. Да? Причем вот это у нас будут две общие касательные. Даже их сейчас линиями нарисую. И к ним, к этим касательным опускаются перпендикуляры. Радиус. Так, мне, наверное, надо... Алло, да, Виталий Николаевич, ну как там? Ну да, да, надо уже, да? Все. Хорошо, хорошо. Значит, ну эту задачу я вам объясню, может быть, даже в среду утром. По задаче Ильи мы соберемся вечером, мне сейчас надо. Значит, сейчас я пока на паузу поставлю.